Давай вместе немножко погуляем. Это машины. Не наши. В смысле наши. В смысле старшей сестры и зятя. Это улица. Это наш домик. Тут все дома одинаковые. Если ты хочешь построить какой-то свой особенный дом, то езжай за город и строй, что хочешь. А в городе ты должен построить или жить в типичном домике. Смотри, какой асфальт. Американцы любят ездить на траках. Очень много траков. Мусорки у нас разделяются на две части. Помои и переработка. Вот почтовые ящики. На машинах приезжают и привозят почту. Тут все как в фильмах. Газеты тоже проезжают и кидают возле двора. Тут все другое. Мера веса, мера длины, мера измерения, километры, вот эти сантиметры, все другое. Мили у них там, паунды, вся паунды. Очень много зелени. Это типичная Америка. Одноэтажная Америка. Эти все небоскребы всякие. Это только в больших-больших городах. Остальное все одноэтажное. Все-все, ну, может, двухэтажное. Даже если там супермаркет, он расположится на большей площади, но на одном-двух этажах. Тут нету мелких магазинов. Тут только огромный-огромный супермаркетов с большим-большим разнообразием. У каждого по машине, потому что без машины никуда. Да, вот я даже в церковь не могу съездить, потому что вроде церковь на каждом углу, но рядом ее нету. Все кажется близко, когда ты едешь на машине, а на самом деле все далеко. Так что лишний раз не могу в магазин выйти, не могу пешком в церковь. Надо машину. Тут где-то через 2 недели будут документы. Сначала муж купит, потом мне. Машины тут очень дешевые. С бишем тут в 2-3 раза дешевле. Обычную машину, как биши, можно купить за 1000-1500. Обычную, не разбитую, а обычную в идеальном состоянии. Допустим, как у нас была, только в идеальном состоянии, она будет 1500 стоить. Ну все, я пошла. Когда куда-нибудь выйдем на интересное место, буду писать видеосообщение. Пока.